И что ж, вот, собственно, каркас. Пока что вот на хомуты, ну, в принципе, весьма неплохо держится. Здесь соединение вот такое, нехитрое, приспособа. Вот скотч, это тоже временное решение, потому что вот такую черненькую нужно найти. Ну и, собственно, вот так конструкция выглядит. Вот эти штуки, это ручки от валиков, которыми стены белят. Вот, вот так вот распорки поставить. И сейчас покажем, как это будет уже в действии. Так, в целом вот так каркас выглядит. Надежно вроде как. Даже ветер сегодня тестим опять. А вот так вот эта конструкция выглядит уже в сборе. По размеру, я скажу, это метров 8, наверное. 9. Ну, 8, да, точно где-то. От края этого до края того. Каркас 2,3. Да, да, 2,7. Каркас 2,3 вот это. Туда 2,7. Конструкция вот, собственно, вот так покрупнее. Чтоб всем видно было. Пользуйтесь. На здоровье. Это наш патент, это мы сами все придумали. А вот главный дизайнер, конструктор и производитель, произготовитель. Вот. Внутри вот так вот. Ну, вот, собственно, вот такой Тадж-Махал с такими видами. Ну а вот и тест уже не ветреный, а от дождя. Влагу держит, не пропускает. Вот так вот. Четкая граница. Мокро, сухо. Ну что, отлично. Добавить тут нечего. Ветер был, ветер выдержало. Все хорошо. Пока что. И вот у нас коротко по погоде. Вот так вот. Пониже поставили центральные стойки. И вроде как даже, ну, типа тут сухо, скажу так. Вот такие вот дела. Там вон как льет, как с ведра.